Привет, у нас продолжается пуш 55 уровня ради вот этой вот рамочки. Просто смотрите на вот эту вот рамку. Она очень красиво смотрится на самом деле. Вот. И сейчас вот достаточно давно мы получали последнюю рамку. Вот. И 45-й левел. 45-й левел мы сейчас с вами апнем. Мы сейчас с вами это сделаем. 103 тысячи опыта. Я уже суммарно апнул. Скоро у нас уже будет 50% на пути к бронзовой медальке. Вот этой вот офигенной. Потом сильвер, голд, лиг голд, платинум. И чё уж там недалеко. Ну, даймонд-то тоже не за горами. И вот. Я в предыдущей катке в закладку бомбы сыграл. Где-то 17-18 киллов сделал. И получил 890, ну, 900 опыта. Округлим, давайте. Вот. Я так медленно апаюсь. Хотя, вроде, я апнул 40-й уровень еще на каникулах. Но, по ощущению, это было недавно. А вот больше всего я задержался с 35 по 40 уровень. Почему? Сейчас все объясню. Смотрите, помните, я уходил со стендоффа? И я уходил со стендоффа тогда, когда я апнул 35 уровень. Я апнул 35 уровень еще летом. Еще когда я был в, ну, переходил с 5 в 6 класс. И получается, я ушел и больше не играл до Frosty Charles. То есть я пропустил полностью Subject X. И еще, по-моему, половину, да, я пропустил Sunstrike пасса. То есть в Sunstrike пассе я уже перестал так часто заходить в стендофф. То есть мне он уже начинал надоедать. И сейчас мы добьем 45 уровень и наконец-то обновим эту нубскую, как по мне, рамку. Наконец-то мы ее обновим. Вот у меня есть аккаунт Тёмчика. 52-й левел, он нереально быстро качался. Вот. Его сильвер везде, там сильвер, бронза 4 там. Вот. Ну и мы сейчас с вами заходим в, скорее всего, финальную каточку. Поехали, я вам что-то там понарезаю. Пока у меня здесь тиммейты расправляются сами. Кто-то там убили его уже. Вот. И начинается мой раунд. Давайте я вам этот раунд покажу. А следующие только интересные буду показывать. Так, ну давайте зарашим с вами мид. Вот тут у нас чел есть. Господи, я реально разучаюсь играть. Мне нравится МП7-ка. То, что на ней и так нет раскида просто. А так еще и если присесть и не двигаться. Вообще стреляешь... Просто вот моделька, она еще и большая, тем более хитбоксы особенно. У нас тут в доме никого. На Б, если на Б не будет никого, я перебираюсь на А потихоньку. О, я вижу на минимапе. О, все, есть. Вот на минимапе на А, походу, реально было много людей. Меня моя команда резко замотивировала взять Дигл. Ведь в таком сочетании очень любит ХЗН играть. Дигл, Фай-7, Дигл, П-350. Дигл, Фай-7, Юз, П-350. И вот меня замотивировало тоже взять Дигл. Кстати, я поменял свой винатор. Он мне вообще что-то не особо нравится. На вот этот Драгон Глаз. Он мне на самом деле очень нравится. И круто. Меня мои тиммейты... Сейчас уже аж 4-й раунд. Мы 3 в 3. Были 3 в 4. Я взял М-ку.
У меня, кстати, вот такая соур за сама за 100 голды. Еще с наклейками подходящими. И с чармиком, который я получил за 40 уровень. Я круто, меня тиммейты оставили 1 в 3. Так, ну давайте рашить А. Извините, но я... Как, кстати, звуков рождения не слышно. Если вот так вот передвигаться, так еще и... Не слышно ни хрена. Я вообще разучился зажимом пользоваться. Зажим имба. Почему все говорят то, что зажимеры нубы? Потому что зажим это имба. Берем оружие, о котором гласят легенды. Оружие, с которым играли боги. Берем это оружие. А, кстати, вот зацените Five-Seven в комментах от 1 до 10. По мне так 10. Ну, хоть и однотипный, но как-то без разницы. Но красивый. Ай! Мне хедшот прописал стол. Челик уже вытащил 1 в 2. А, нет, да, 1 в 2 он уже вытащил. Он остался 1 в 5. Если он этот клатч затащит, я ему так долды дам. Офигеть! Ну, блин, но... Но, блин, 1 в 3 просто... Что это? 1 в 3 просто. Опа, и 7 килов такой. А у меня 1, потому что... Потому что на провинции легче, как по мне, даже играть. В предыдущей катке мне попались легкие прям соперники. Кстати, а работает ли здесь баг, который в стендбоксе в Роблоксе? Типа, если выстрелить и одновременно прыгнуть, то мега-джамп будет. Хорошо, спасибо за хаешку, но, блин, меня убили. И мне засчитало, мне не засчитало ни хрена. Я боюсь, что мне за эту катку мало опыта дадут, поэтому погнали в НАП, и там дают прям дофига. Мне в союзнике дает примерно по 500 опыта за катку. Хоть и катки там долгие, но дает там, ну вот реально дофига. Мне нужно 140, получается, опыта. 140 опыта получить в НАПе, еще и на Санстоуне, как нефиг делать. Как два пальца об асфальт просто. Это реально очень легко. Я на Санстоуне, тем более, обожаю играть, умею играть. Это моя одна из самых любимых карт. Загрузился я, а мне попался слепой тим. Блин, спасибо огромное вот этим вот людям, вот этим. А в особенности Марку, потому что он реально мне прям сильно подался. И найс! У нас 45-й левел. СПС. Мне столько наград дало. 45-й левел. Наконец-то. Наконец-то почувствовал новое что-то вообще. Мои умные мысли, да. Меня сбросило рамку. И вот она. Жалко никак не поменять на старую. Но наконец-то. Наконец-то. Теперь я не выгляжу как чушпан какой-то обосранный. Реально. Наконец-то я выгляжу... Киловый мужик. Нам попались какие-то челы очень скилловые, прям. Прям очень скилловые. Что они вообще на бронзу делали? Вот. Мне дало много опыта только из-за того, что они мне поддались. У меня 271 час. На КД не обращайте внимания. Сейчас я начал нормально играть. Я буду потихоньку тоже поднимать уже КД.
История матча не грузится. Вот. А, они не откалиброваны? Это, походу, тьма, которая калибруется. Потому что они оба не откалиброваны, а сезону уже сколько времени. Он еще с Фаерборна, по логике. А, нет, шестой сезон это после Санстрайк. Это прям Санстрайк, по-моему. Я не помню, короче. Напы предыдущие. Если там будет голд, я не буду, то есть марку, но да ну нафиг, бронза 2 лучшее звание. Ну как бы я его выносил пару раз и без поддавков, но мне я его уговорил хотя бы немножко поддаться нам. Спасибо ему огромное, он мне помог капнуть 45 уровень. Теперь держим путь к... Вот это М16 прекрасненькой. И наша основная цель это поднять еще 10 уровней и получить вот эту офигеннейшую, мою самую, наверное, любимую в игре рамку. То есть мне даже не настолько нравится вот эта рамка, которая аж за 155 уровень дается. Мне не настолько это нравится. Мне не настолько вот это нравится. Хотя это тоже красивое, но вот это не настолько нравится. Ну хотя та тоже достаточно красивая. Даже вот это не настолько нравится мне. Лично мое мнение, сразу говорю. Вот. И, собственно говоря... Нам осталось 10 уровней апнуть. Казалось бы, ну реально немножко. То есть даже в экран не помещается это все расстояние. То есть, нет, оно даже помещается это расстояние. Вот здесь уже видно где-то краёк. То есть совсем немножко, казалось бы. Но это будет трудно. Но мы с Даней хотим попробовать прям... дофига апнуть уровни. Я ему, кстати, сейчас буду уже позвонить. Мы с ним тоже будем апаться в напах. Он хорошо играет. Будем прям отыгрывать с ним вместе. Ну, а на этом я буду заканчивать. Я наконец-то апнул одну из моей мечты. То есть, эта рамка была, ну, одна из того, что я просто так себе желал на аккаунт. Жалко за голду не купить никак уровень. Если бы уровень стоил бы 100 голды даже, я бы, наверное, парочку да покупал бы. А если бы уровень можно было купить, то ютуберы уже были бы на 600 уровне там. Вот. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем удачи и покедова.